Всем привет! Продолжаю знакомиться с Faberlic. Сделала еще один заказ и хочу с вами им поделиться. Два вот таких лака. Белый, кольцевидное молочко для ногтей, для укрепления ногтей. Ногти у меня последнее время что-то начали ломаться, и я поэтому решила попробовать вот это кольцевидное молочко. Им можно пользоваться как и лаком, с легким перламутром. Ну, довольно-таки очень приятное. Не знаю, как оно мне поможет или нет. Во всяком случае, я сейчас пробую, и мне как бы пока нравится. Второй лак. Матовое покрытие унисекс. Деловой маникюр. Я почему-то думала, по картинке мне показался немножко другой оттенок. Не такой яркий. Как всегда, я уже не первый раз ошибаюсь, Faberlic. Но унисекс, так унисекс, деловой маникюр. Хорошо, я думала, что это будут такие ногти более натуральные. Такого бежевого покрытия. Натуральный маникюр. Но вы знаете, оказалась ужасная гадость. Такой страшный цвет. Вообще ногти, как у мертвеца. Желтоватым таким восковым потоном, просто ужасный. И вот я его просто оставила, чтобы показать вам, а так я его выбрасываю. Ну, что есть, то есть, извините. Легендарный кислород. Экспресс действия спрей-лед для лица, для всех типов кожи. Спрей-лед – идеальное средство для мгновенного увлажнения. Он обладает охлаждающим эффектом, повышает тонус кожи, устраняет следы усталости, придает новые жизненные силы. Я его, конечно, больше взяла на весну, на лето. И также еще, что мне понравилось, не знаю, буду я пробовать так делать или нет, можно эту жидкость залить в формочки для льда и заморозить ее в холодильнике. Потом кубиком льда этого протирать в области декольте, лица, утром и вечером. Следующее. Это две кисточки. Вот такие они. Довольно-таки и с виду приличные. Все аккуратно сделано. Нигде никакого брака. Кисточки не лезут. Очень приятные на ощупь. Как бы меня пока все устраивает. Моются хорошо, набирают тени хорошо. Ну, в общем-то, я довольна за такую небольшую цену. Очень приличные кисти. Они сделаны из синтетического материала, дерева, вот это, судя по всему, и алюминий. Кисти для нанесения теней. И кисти для растушевки теней. Следующий продукт. Это активный шампунь против выпадения волос. И второй укрепляющий гель-бальзам против выпадения волос. Укрепляет волосы и сокращает выпадение. Укрепляет волосы. Улучшает микроциркуляцию и оптимизирует обменные процессы кожи головы, снижает риск чрезмерного выпадения волос. Но, может быть, что-то и поможет мне, не так будут выпадать волосы. Посмотрим. Конечно, мало я в это верю, но а вдруг? Я надеюсь, что хоть немножко, если будут укреплять мои волосы, то я уже буду рада. Так, еще два продукта. Питательный бальзам для рук и ногтей. Спа, секрет Клеопатры, восстанавливающая маска для лица. И то, и другое, карите и орхидея. Продукты неплохие, мне понравились. Для рук крем очень приличный, такой приятный, хорошо впитывает, ну, практически не имеет запаха. Маска для лица приятная. Плотной довольно-таки консистенции, как такой плотный-плотный крем. Тоже так же я пару раз уже пользовалась ей. Ничего, после того, как смоешь, лицо вроде бы кожа такая довольно-таки приятная.
Пока мне все нравится, может быть, потом в дальнейшем тоже еще буду заказывать. Дальше еще один продукт — молочко для тела. Штрудель с мороженым. Я уже как-то рассказывала, мне одно молочко тоже уже там понравилось от Faberlic. Я с удовольствием им попользовалась, закончила. Хотела даже опять такой заказать, но решила вот попробовать что-то новенькое. И вот заказала. Ваша кожа достойна самого лучшего. Выберите для нее особенный уход из меню нашего бьюти-кафе. Нежнейшая формула молочко для тела сделает кожу необычно мягкой, волшебный аромат, изысканный десерт погрузит в атмосферу праздника. Как вкусно! Ну, знаете, действительно, запах у него очень вкусненький. Чем-то напоминает мороженое. Ну, вы знаете, даже не мороженое, а я вспоминаю мороженое своего детства в вафельных стаканчиках. Вот именно вот эта помесь мороженого и вафельного стаканчика. Вот у него такой запах, до боли такой знакомый и действительно очень такой вкусненький. Само молочко тоже очень приятное, хорошо ложится, хорошо расходится по коже. Очень приятный уход за телом. Еще два продукта. Отбеливающий крем для лица и концентрат для осветления пигментных пятен. Это у меня проблема. Да, появляются пигментные пятна. Ничего не могу с ними сделать. И который раз зарекаюсь, что больше не буду ничего пробовать. Покупать какие-то средства от пигментных пятен. Ничего мне не помогает. Какие я только не покупала. И бюджетные, и дорогие, аптечные. Мне ничего не помогает. Что я только не пробовала, ничего не помогает. Но очередной раз опять купилась. Ну вот, а вдруг? Ну, не знаю. Сейчас пока я ничего не могу сказать. Я пользуюсь только где-то неделю. Утром и вечером. Это отбеливающий крем для лица, что мне нравится, с SPF 15. Ну, SPF небольшой, но вот сейчас для зимы вполне нормально. Так, эффективный отбеливающий крем для лица отбеливает кожу, веснушки, пигментные пятна, компонент натурального происхождения. Защищает от солнца, обладает антиоксидантным и осветляющим действием. А это концентрат для осветления пигментных пятен. Наносить утром и вечером на пигментные пятна, декольте, лице, шеи, рук. Рекомендуемый курс исполнения 60 дней. За 60 дней, может быть, что-то изменится. Ну вот, на сегодня это все, с чем я хотела с вами поделиться. Всего вам хорошего, хороших, удачных вам покупок. До новых встреч. Пока-пока.